Вяжем для начала цепочку из воздушных петель. Я сделала 14. Делаем накид, еще один накид, вводим крючок в пятую от крючка петелечку. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, не до конца, на половиночку. Протягиваем рабочую нить через 2 петли. Еще раз захватываем рабочую нить и протягиваем через остальные 2 петли. Еще раз подхватываем рабочую нить и в остальные 2. У нас получился столбик с 2 накидами. 2 накида, петельку, протягиваем рабочую нить, вытягиваем рабочую нить через 2, рабочую нить через 2, последний раз через 2 петелечки. И так до конца ряда. Два накида, воздушную петельку цепочки, рабочую нить вытягиваем через две и через две. Две, две, две. И последнюю. Вот так. Второй ряд при столбике, для вязания столбиков с двойным накидом, набираем 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем. И помните, мы учили не в эту, а в эту. 2. 2 накида, петельку предыдущего ряда, протягиваем рабочую нить, протягиваем через 2 петельки, еще рабочая нить, еще 2 петельки, вот закончен столбик. На этом же образце я вам покажу, как делать соединительные петелечки. Они нам понадобятся, если нужно будет где-то уменьшить край, для того, чтобы сделать пройму. Теперь мы попробуем с вами научиться соединительные петелечки вязать. Делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем изделие и таким вот образом вводим крючок в петельку предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, протягиваем и тут же эту же петелечку протягиваем через предыдущую. Еще раз смотрим. Так, вот так.
Так. Это вот соединительная петелечка. Вот как бы, знаете, вот мы закрыли, вроде бы как нам мы хотим сделать пройму. Теперь можем продолжать еще раз сделать столбики с двумя накидами. Делаем 4 воздушные петелечки. Здесь разворачивать полотно не надо, так как мы продолжаем вязание. Делаем 2 накида. Вводим предыдущий столбик. 2, 2 и 2. Немножечко ниточка расслаивается. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот столбик, ряд столбики с двумя накидами, еще раз такой, потом идет соединительными петелечками, мы сделаем такую вот ступенечку, 4 петли подъема и продолжение ряда столбиков с двумя накидами.